самом деле там все знают, невозможно такого, чтобы типа это, ну, содержать вот такие места. Ну, и чтобы никто не знал, это просто нереально. В русском языке говорят по секрету всему свою. Ну, просто все знали в любом случае всегда. Главное в центре города, ну, при этом пятиэтажка такая, ну, старая, блин. Я один раз ездил в другое место, но там было такое более, так скажем, это... Не знаю, более раскрученное место, более такое вот. Там-то просто, типа, один чел хозяин, и типа это все. Вот, а то место, которое я ездил один раз, там, да, там один раз я слышал, что. Many tic-tacs later. У вас 9 мая тоже как-то отмечают, нет? Ну да, конечно, это же постсоветское пространство. Я неделю не заходил, хоть отдохнул маленько. Игры от всего. The next morning. Ну смотри, с брокером как бы надежнее, у него есть клиент, товар и так далее, но брокеру очень много достается процентов из ничего. Ну да, да, это я знаю. Ну там. Почему, когда ты в неделю в эту игру не играешь, заходишь, как будто ты нуб? Сколько не играл? Тоже долго, да? Я в прошлый четверг зашел, когда новая неделя там скидок началась, посмотрел такое, что там, и все, больше не заходил. Даже чуть больше недельки. Я даже видео ничего не выкладывал, так хотя там можно было. И шорты, видео закончились, шорты там немножко есть. Не кто-то было просто даже зайти и включить компьютер, это все выложить, типа, ну. Что-то совсем ну, как-то. Да, бывает, перезагрузка всем нужна. Я там выложить и зайти там, блин, минуту времени. Можно было просто сделать эту запланированную публикацию, но что-то. Сегодня одно видео там решил замонтировать немного это. Ну, шорты нарезать, то я там минут 20 потратил, меня так достало. Я думаю, блин, я раньше мог там 4 часа там сидеть, там полдня, там вообще пофиг. Ой, тут что-то какие-то трубы, я что-то не понял, куда тут. Наверху засейвься и потом обратно спустись вниз, там даже нарисовано по стрелке, ничего там. Я стрелочку-то увидел, но что-то я что-то понял. А, после такого ни разу не делал. Сейчас надо по трубе вниз, типа? Ну да, там нарисован. Едешь обратно, потом увидишь. Ой, я... Потом одна перекладка и все.
Дойдешь до трубы, тупо езжай вверх и все. И, конечно, молись. Many tic-tacs later. Six hours later. У меня сейчас выходной, типа это. Я свободный белый человек. Слава помидорам. Сейчас буду к зубному ходить, конечно, для чуть ли не день. Надо заняться зубами. Зубами богатые занимают. Я бесплатно. Полюсу. Понял, у нас пока такого нет. Ну, поле страхования, типа. Знаю, ты о чем. У нас пока что только машина. Странно. Она непонятно. Ну да. У нас так много болезней, если мы застрахуем свое здоровье, то обанкротятся страховые компании у нас. Да, прикольно, только тут в трубе размотался. Меня тут только занесло, я это сказал, тут уже двойная. A little longer than a few minutes later. Аллилуйя. Куда-то лечу. Да, лечу, непонятно.